Вертолеты, самолеты, автоцистерны, автолестницы, автомобили газово-дымозащитной службы, коленчатые подъемники – все это можно увидеть на уникальной выставке моделей пожарной техники, которая находится в специальной пожарно-спасательной части номер 1. Идею создания коллекции подал майор внутренней службы Игорь Смоляков. Сейчас майор находится на заслуженном отдыхе, а коллекция постепенно продолжает пополняться новыми экземплярами. Начиналось все с пожарной цистерны, которая производилась у нас в Советском Союзе, а именно в 1978 году. И именно она дала толчок тому, что сейчас в этой коллекции стоят не только советские автомобили и российские автомобили, но и производство зарубежного производителя. В данный момент коллекция насчитывает 63 модели. Все они уникальны. Многие экземпляры не найти даже в музеях. Каждая миниатюра соответствует реальному прототипу пожарной техники. Модели соответствуют на 100% в реале. Да? Единственное, что уменьшенный масштаб. И это показывает реальные возможности по подразделению пожарной охраны. Все экскурсии начинаются именно с этой выставки. По словам работников пожарно-спасательной части номер 1, модели вызывают неподдельный интерес не только у маленьких посетителей, но и у взрослых. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.